Всем привет! Давно не было просто влога. Сегодня решила наконец-то снять. Что-то как-то я совсем оставила канал. Немного не доходят руки. Скажем так, настроение немножечко не то было. Поэтому как-то так. Что-то у меня как-то плохое самочувствие. В плане того, что я чихаю часто. Я не знаю, у меня аллергия какая-то на что-то пошла. Сначала я думала, что я заболеваю, но нет. Вроде я так недавно переболела. Не должно было быть повторным. Да, собственно, и нет. Но чувствую вот какое-то першение в горле и чихаю. Очень странно. А что у меня аллергии, пока понять даже не могу. Вроде как бы и не сезон. Да и, в принципе, у меня не было никогда аллергии. А тут как бы такое. Мы сейчас в Воронеже приехали. В Воронеж нам тут по делам нужно. Вот. И потом мы собираемся поехать в усадьбу. Усадьбу Веневитиновой хочу съездить. Тогда уже отдельным видеороликом сниму. Я думаю, там интересно, красиво. Я как бы много смотрела про это место. Оно меня заинтересовало. Там музей-усадьба. Усадьба-музей, скажем так. Вот. И я думаю, что попадем мы вовнутрь. Сегодня, в принципе, такой день, когда он должен быть открыт. Ну, я такие места люблю, поэтому как-то так. Вчера были в кино с Дианой, смотрели фильм «Петр Первый». Ну, тут кто видел уже трансляцию ВКонтакте, тот видел, а кто не видел, скажу так, немножечко о этом фильме. Он, конечно, из разряда, можно сказать, таких документальных, скажем так. Ну, не полностью прям, но вот практически такой. На протяжении всего фильма идет комментарий, который делается Хабенским. То есть весь фильм как бы он комментирует. Но интересно. Вот мне кажется, для студентов, для школьников это прям вообще самое то. Но если кто-то собирается пойти просто как на художественный фильм, да, не зная вообще, куда он идет, то я думаю, что немножечко не то восприятие будет, не та реакция, потому что действительно фильм это, ну, исторический фильм о Петре Первом. У меня устала рука, поэтому я вот так вот. Мы здесь на авторынке сейчас находимся, так неудобно. Так что посмотреть, конечно, фильм можно. Интересно. Также мы недавно ходили с Дианой на фильм «Либерия». Это про библиотеку Ивана Грозного. Мне очень понравилось. Ну, там с элементами комедии, скажем так. Можно и посмеяться, и много вымысла, конечно, очень много. Да практически там весь фильм вымысел. Но интересный, мне понравилось. Вот. Так что я вам рекомендую. Да и, собственно, и Петра Первого, конечно же, рекомендую. Но не каждому понравится. Потому что не все любят историю, да, не все любят какие-то документальные фильмы, вообще рассказы про правителей, да, вот про все это, про создание империи. Поэтому не каждому зайдет, я думаю. Но интересно, мне понравилось. Любителям истории, конечно же, можно сходить. Но опять-таки, если уже прям совсем любителям истории, то там тоже найдут многие недочеты и многие нестыковочки. Есть в этом фильме много неоткрытого, то есть много несказанного, я считаю, прям вообще очень много, скажем так, умолчали, но посмотреть можно для общего развития.